И не менее удивительное достижение представил публике шаолиньский монах, который уже успел прославиться по всему Китаю. Он сделал стойку вниз головой, опираясь всего на один палец, и провел в таком положении 10 секунд. Впрочем, в интернете уже разгораются споры, действительно ли этот трюк так сложен, как кажется. Скептики утверждают, что монах просто умело держится ногами за доску. Напомню, не так давно этот монах поразил своих поклонников еще одним фокусом. Он пробежал 125 метров по воде. При этом единственной опорой были тонкие дощечки, которые плавали на поверхности. Thank you.